Да, вот такой вот якобы на карте ростовский сквер. Тут сквером в жизни даже не было, хотя, говорят, деньги были выделены. И то, что они вот где-то там вдалеке одну горку поставили. Ну, как-то вот так. А так вот мы ходим, пока замерзло, можно ходить. Но когда был дождь, я сюда не могла зайти. Вообще никак, в принципе. Тут все вот эта местность, это я не знаю, под что она предусмотрена. Вот такая разбитая дорога. Здесь всегда после дождя, мокрого снега. Вот здесь сейчас на данный момент, конечно, засыпано снегом. Но тем не менее здесь можно сейчас пройти только потому, что где-то подзамерзло. Когда здесь просто грязь или листья, то есть с коляской, инвалидной, вы тут никогда не пройдете. Это надо вот эти дома все вот в ту сторону все обходить, чтобы дойти до магазина. Хотя мой дом стоит вот, девятиэтажка. Но это нереально. Здесь вот постоянно вот так вот. Вот, пожалуйста. Ну вот как вот с этим проходить с коляской или вот людям, просто детям. Ну, это никого не волнует. И там дальше вообще еще хуже. Плюс еще тут машины, конечно, заставляют. Ну, как-то вот так. И снова мини-озера, так сказать. Вот. Ну вот, пожалуйста. И тут так всегда. Даже если подсосит, она земля будет влажная. Тут очень много выбоин, ям. То есть, ну, как бы здесь вот уже, не знаю, с 2012 года не поменялось ничего абсолютно. За 8 лет ничего не поменялось. Это якобы ростовский сквер, но тут ничего нет, там просто одна горка, очень маленькая площадка и все. Так вот это вот все поле, вплоть до новых ДСК домов, там все в грязище, ямах и нет возможности пройти.